Добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости дня» и сегодня в нашем выпуске. Завалило. Транспортного коллапса не случилось, а вот найти место для парковки в собственном дворе – проблема. В течение там трех дней, тех, которые нам непосредственно законом отпущены там, да, на приведение территории в порядок, мы справимся. Стационар на колесах. Клинская скорая получила 9 новых автомобилей. Даже, можно сказать, немножко превзошел наши ожидания. Да, это в чем же? В аппаратуре. Угу. Думали, что будет все гораздо скромнее. Плюс 700 одиноко проживающие пенсионеры могут рассчитывать на доплату. Для назначения указанной выплаты необходимо обратиться в Клинское управление социальной защиты населения и предоставить паспорт, пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие сведения о доходах. День российской печати. Мастера слова отмечают профессиональный праздник. Самое главное в печатной журналистике – это труд журналистов. Вот это не изменилось.